Жили и работали в Мамлютке, переехали в Петропавловск и потеряли связь с родными коллективами. Пенсионеры Мамлютского района скучают по малой родине и с ностальгией рассказывают о своей жизни. Они уже много лет петропавловцы, но про Мамлютку будут помнить всегда, и она про них тоже не забывает. Около 200 человек сегодня собрал концертный зал городского дома культуры. От сердца к сердцу под таким названием завершили месячник ко дню пожилых людей. Что приготовили для пенсионеров, узнаете в сюжете Анжелики Сычевой. Не забывайте писать, не забывайте звонить, не забывайте, друзья, о самом главном говорить. В такой теплой праздничной атмосфере собрались пенсионеры Мамлютского района. Многие из них давно живут за пределами своей малой родины. Их жизнь и судьба не безразлична землякам. В свое время они трудились на благо своих сел и деревень, поднимали и растили детей. Об этом важно и нужно помнить, говорит организатор встречи. Как они проживают здесь, как отдыхают, скучают ли по своему родному краю. Просто поговорить с ними, пожелать им здоровья, настроить на, так сказать, такую активную жизненную позицию в последующие годы. Почти 30 лет назад Людмила Клименко переехала из Мамлютского района в Петропавловск. На заслуженный отдых вышла 12 лет назад. В родном селе пенсионерка не была давно. Такие встречи с земляками погружают ностальгию и вызывают положительные эмоции, говорит Людмила. Очень довольна, что меня пригласили. Я уже участвую в этом концерте второй год. Номера очень хорошие, очень костюмы красивые. И мне очень нравится, я с удовольствием посещаю и буду ходить, потому что очень люблю свой район. Все в лучших традициях. Шашлык, карава, яркие костюмы и задушевные песни. Они о любви к родине и своей земле. Мамлютчане давно славятся своими талантами. На сцене выступают все, от мала до велика. Свой праздник пенсионеры не только в зале, но и на сцене. От сцены сегодня не оторвать взгляд. Между номерами виновники торжества делятся своими впечатлениями. Концерт нас очень порадовал, очень порадовал. Особенно костюмы, вы знаете. Не встретишь вот на многих таких вот сценах такие прекрасные, красивые костюмы, как у наших мамлютчан. Такое большое мероприятие. Этот замечательный концерт не может не радовать нас. Приятно, что помнят, уделяют внимание. Все очень красиво, красочно, эффектно. Спасибо всем, кто принял участие в организации. Концертный зал собрал почти 200 пожилых мамлютчан, которые живут в Петропавловске. Всего в районе их около 3,5 тысяч. Анжелика Сычева, Жолдызбек Ермуканов, новости МДРК.